Здравствуйте, меня зовут Павел Зимин. Мне 8 лет. Я живу в городе Нарва и учусь в 1 А-классе Нарвской Солдинской гимназии. Сегодня я буду рассказывать стихотворение «Еще тогда нас не было на свете». «Еще тогда нас не было на свете» Михаил Владимиров. «Еще тогда нас не было на свете, когда гремел салют из края в край. Солдаты, подарили вы планете великий мат, победный мат. Еще тогда нас не было на свете, когда в военной буре огневой судьбу решает будущих столетий. Вы бой вели, священный бой. Еще тогда нас не было на свете, когда с победы вы домой пришли. Солдаты мая, славу вам навеки! От всей земли, от всей земли благодарим, солдаты, вас за жизнь, за детство и весну, за тишину, за мирный дом, за мир, в котором мы живем».